Чем еще порадует нас королевство не только, как казалось, святых пустынь, а еще и красивейшего моря, которое здесь называют Бахар-Ахмар. Начинаем искать. Немедля. Прямо сейчас. Отправляемся в нейтральные воды Красного моря, прямо на границу с Египтом и Израилем, для того, чтобы услышать крики ликующих рыбаков, которые радуются понятно чему. Иншаллах, как говорят по-арабски. Дай бог поймаем. Пока наша лодка вперед летит, рассказываю. Акаба – курортная столица Иорданского королевства. Зима здесь летняя, минимум 22 градуса тепла. Говорят, кроме русских, никто в такой холод не купается. Сейчас июль, и вода уже закипает. Длина побережья Акабы – 27 километров. Все как полагается. Гостиницы, рестораны. Но нам не туда. Нам на рыбалку. И мы уже на месте. Я весь такой нарядный переползаю в рыбацкую лодку. Естественно, мне не особо рады. Непонятно, кто с видеокамерой, ладно, хоть без бабочки. Ничто не остается, как спеть. Вчера у нашей команды был выходной, ну и я его весь без остатка потратил на изучение песни. «Тираж Раш» называется. Подробно о ней чуть позже, сейчас поем. Хаббет так ясмарани, ах я ясмарлен, хабиби ясмарани. Ну все, Шаланда наша, знакомьтесь, этого весельчака зовут Монти, молодой рыбак Мади и его дед Акрам. Все заметили, что он будто из книги Эрнеста Хемингуэя. Репетируем, друзья, как вот с какими криками иорданский рыбак вытаскивает тунца из Красного моря. How you showing me your face, being nervous, you know? Being nervous with hobby. To catch it, the fish no gone for your hand. Show me your face, one, two, really, you can catch. Yeah, do it! Do it! Do it! One, two, three, yeah! Это, это только еще репетиции, друзья. Только репетиция. Настоящие эмоции, их нам не сыграть. Будем ждать реального улова. Но дождемся ли? Вопрос величиной с большой чемодан. Огромная 300-метровая леска и такие немаленькие, хочу сказать, крючки. По их размерам видно, что надежды связаны с большой рыбой. Два крючка, кусок рыбьего филе. Цепляем для того, чтобы поймать большую рыбу. На мой профанский вопрос, а сколько ждать, и никто не отвечает конкретно. А дед Акрам хихикает. Никто не отвечает мне на этот вопрос, как долго ждать. Когда мы поймаем рыбу? Никто не отвечает. Все смеются и говорят, камон, камон, ялла. Идею отправиться в открытое море и не поплавать, а порыбачить... закинула нам девушка по имени Наталья, которую мы встретили на набережной накануне вечером. Вот куда вот отправиться? Здесь, на юге Иордании? Конечно, сначала изучи Акабу. Акаба – красивый город, шумный, как ты слышишь, морской. Наведайся в гости к рыбакам, я думаю, они тебе подскажут.
Звуки. Так просто к ним наведаться гости? Ну, может, рыбу половить. Так, хорошо. Наводка есть? Это, конечно, Петра. Одно из 7 новых чудес света, куда стремятся просто миллионы туристов ежедневно. Петра, записал? Петра. Конечно, нужно отправиться в пустыню Вадирам. Вадирам – это прекрасное место, одно из моих любимых. Итак, результат рыбалки – Петра и Вадирам. Все впереди. Напоминаю, что мы, акустические путешественники, находимся в Красном море и ждем у моря рыбу. Друзья, посмотрите на этот крюк. Именно с него мы будем вытаскивать нашу большую рыбу и кричать «Дипнаха!». Что значит? Значит, видимо, ура. По-арабски вытащили. «Дипнаха!». Это будет позже. Пока ждем, ждем. А вы смахота фалин та халит. Так. По серьезному и сосредоточенному выражению лица Мади, понятно, что там, на глубине 300 метров, кто-то просится наверх. Друзья, начинается главная работа. Не упустить добычу – это тоже целое искусство. Ни меня, ни оператора не подпускают близко. Поэтому наблюдаем, не моргая, чтобы не упустить главного момента, как казалось, самого экстремального. Плохо. Эту рыбу должен держать кто-то один, понимаете? Друзья, 150 евро, ребята, получится такой улов. Мы такие деньги заработаем разве что с помощью песни «Тираш-раш, тираш-раш, тираш-раш, тираш-раш». Итак, «Джепнага» – главный возглас ликующих иорданских рыбаков на карту, на акустическую карту мира. Мы будем рады, если ты подпишешься на канал Большого Чемодана и прямо сейчас отправишься с нами в следующее акустическое путешествие.